Сколько в бабушкиной любви богатства чувств, вечной доброты и самоотверженности. Между бабушками и внуками устанавливаются дружеские доверительные отношения. Бабушки стараются разделить с внуками и печали, и радости, выступают советчиками, предостерегают от опрометчивых поступков. Так и хочется сказать вам еще множество добрых слов. Боевые, задорные, мудрые, опытные, неунывающие. Большое вам спасибо. Ну как? Вечер звезды зажигает, солнце прячет в облаках. Мама книжку нам читает, кот пригрелся на руках. Ни о чем грустить не надо в суете бегущих лет. Если все родные рядом, в сердце мир, любовь и свет. Каникулы бабушке, внуки приедут, мы за круглым столом соберемся к обеду. Будет дома тепло и уютно, как прежде, ведь семья — это вера, любовь и надежда. Ведь семья — это вера, любовь. Фотографии листаем мы в который раз подряд. Вот сестренка озорная, ну а здесь мой младший брат. Мы походим, мы на даче, вот наш дом, а это я. Для людей так много значит слово «доброе» — семья, семья. На каникулы к бабушке внуки приедут, мы за круглым столом соберемся к обеду. Будет дома тепло и уютно, как прежде, ведь семья — это вера, любовь. Надежда, ведь семья — это вера, любовь и надежда. Ведь семья — это вера, любовь и надежда.